Среди гимнасток 2012 года рождения группа А. На первом месте Сабурова Маргарита, Харьков ХФТИ. Также с ней разделили первое место Репринцева Ева, Харьков 5, Ахмедова Седа, Харьков 5. На втором месте Каневская Варвара, Одесса. На третьем месте три гимнастки: Рогожникова Маргарита, Харьков 11, Ершова Дарина, Днепр, Мутилика Елизавета, Молдова. Вас поздравляем. Спасибо. Становитесь на свои места. Среди гимнасток 2012 года рождения группа Light. На первом месте Солдаткова Вера, Одесса. На втором месте Горкушенко Мирослава, Харьков 5. На третьем месте Гладкоскок София, Харьков Ялас. Спасибо, поздравляем. Среди гимнасток 2012 года рождения группа Б. На первом месте Хилимова Мария, Харьков ХФТИ. На втором месте Руденко Анастасия, Харьков 5. На третьем месте Цуркан Лиза Крапивницкий, Цупикова Ульяна, Харьков 5, Аристова Ксения, Одесса. Спасибо, поздравляем вас. Среди гимнасток 2012 года рождения группа С. На первом месте две гимнастки: Ващук Виктория, Харьков 5, Шаповалова Екатерина, Днепр. На втором месте Тимощенко Настя, Харьков ХФТИ, Охотская Камила, Харьков ХФТИ. На третьем месте Кирилла Ульяна, Солоницевка, Панкова Екатерина, Днепр. Спасибо большое, девочки, становитесь. И наш приятный сюрприз – розыгрыш билета в зоопарк. Попросим Максима определить счастливицу. Ахмедова Седа. Поздравляем тебя.
На этом турнир окончен. Спасибо огромное участникам, тренерам. До новых встреч. Парад налево, шагом марш.